Здравствуйте! Добро пожаловать на мой личный сайт rockefellercalculator.ru. Меня зовут Глеб Федорович Левинский. Представляю сейчас вам свое творение, а именно автоматическую систему по заработку калькулятора Рокфеллера. Зарабатывать мы будем на простых письмах, которые будут приходить нам на почту. От 4 до 15 тысяч рублей в день. Внимательно смотрим. Я сейчас нахожусь на специальном закрытом сервисе. Вам нужно будет просто пройти процедуру регистрации, указать сюда действующий e-mail адрес, на который вам придет письмо, и подтвердить по ссылке ваш аккаунт. Далее я сейчас все покажу подробно и пошагово, что нужно будет делать и как будем работать. У меня уже есть мой логин и пароль. Нажимаю «Войти». Ожидаем. Так, мы в главном кабинете системы. При регистрации нам зачисляется $10, которые мы можем... Это бонусные деньги, которые мы можем вывести. Далее. Далее нам нужно будет зайти на почту, которую мы указали при регистрации. Уже пришло мне три письма, которые мне нужно будет открыть. Заходим сюда. Как видите, такие письма с пометкой 0,50 USD. 0,50 USD это мне, то есть, зачислено уже 50 центов. По сегодняшнему курсу это около 40 рублей. Открываем письмо. Написано по-английски, так как сервис иностранный. Просто нажимаем на кнопку. То есть можно просто кликнуть, можно в новой вкладке открыть. Все. Далее возвращаемся. Возвращаемся в нашу страничку, в личный кабинет. Обновляем страничку. Мне зачислено 50 центов. То есть мой баланс 50 центов. Повторяем процедуру. Еще одно письмо. То есть уже $11, еще 50 центов не начислено. Далее давайте еще с вами перейдем. Последнее письмецо. Письма приходят буквально в течение нескольких минут. Бывают задержки до 1 часа, но в среднем в день получается около 30 писем, которые можно будет обрабатывать, то есть кликать, и деньги будут автоматически начисляться, как я вам уже показывал. Также есть в данном сервисе заполнение анкет и просмотр видеороликов, которые тоже будут приходить на почту. Но нас пока интересуют суммы побольше, то есть на заработок на письмах. Нажимаем последнюю ссылочку. Открываем ее. То есть еще мне начислилось 11, уже $50. Другое это бонусы, которые вначале мы получили, $10. То есть также, если вы установите приложение специальное, вам поступит еще $1. Возвращаемся на почту. Давайте подождем. Обновим немножко попозже страницу. Подождем, чтобы еще нам пришли новые письма. Немножечко ожидаем. Письма уже должны будут скоро прийти. То есть давайте обновим с вами страничку. Вот, два письма уже пришло. Давайте зайдем сюда. Отправитель – это специальный
работник, консультант, который отправляет письма, за которые мы будем получать деньги. То есть письма, как видите, постоянно приходят. Мне уже за минуту пришло около 5 писем. То есть еще одно письмо пришло. Давайте на последнее письмо, наверное, кликнем. 5 писем. То есть в день можно зарабатывать около 5-7 тысяч рублей стабильно. Со временем будет заработок, конечно, ваш расти. То есть до 15 тысяч рублей в день. Открываем. Переходим обратно. То есть уже $12. Эти деньги сейчас мы выведем с вами. Вернемся на email. Так, еще одно письмо пришло. То есть в день до 30 писем доступно первое время. Работать вы можете в любое время, то есть хоть ночью, хоть днем, утром, в любое время суток, как вам удобно. Давайте выведем теперь денежки. Нажимаю «Взять наличные». Далее переходим в Яндекс.Кошелек. Мой логин. Давайте посмотрим примерно, сколько я заработал. $12. Это 809 рублей 59 копеек. То есть неплохо, согласитесь, за несколько минут работы такие деньги. А деньги приходят практически мгновенно. То есть уже за несколько этих минут, которые я вам показывал, мне уже начислиться должны деньги. Далее. Давайте перейдем в мой личный кошелек. Нажимаю денежки. Мои заработки. То есть 10 апреля сегодня мне начислено вот 809 рублей 59 копеек. То есть давайте сейчас я вам покажу последние заработки системы. То есть суммы абсолютно разные. Почти 5000 рублей, 300 рублей. То есть Rockefeller сервис — это тот самый сервис закрытый. Также прошу обратить внимание, бывает начисляет бонус, так как я уже работаю в сервисе более трех, наверное, месяцев, мне зачислено 20 тысяч рублей, которые, то есть, я уже вывел. Это было 6 апреля, я уже их вывел. Последние заработки, то есть баланс 18 тысяч. Вы можете зарабатывать абсолютно такие же деньги. Вывод происходит почти мгновенно на все популярные способы: Яндекс.Деньги, Киви, Вебмани, банковские карты, Яндекс.Деньги, то есть все популярные способы. Что это за сервис и откуда идут выплаты? Все мы знаем или хоть раз слышали о Рокфеллере, Джонни Рокфеллере, первом долларовом миллиардере и самом богатом человеке в мире за всю историю. Не так давно, блуждая в интернете по зарубежным сайтам в поисках дополнительного дохода и заработка, и будучи хорошо владея английским языком, я наткнулся на один интересный форум, где говорилось о секретном сервисе, принадлежащем фондовому центру семьи Рокфеллера, который платит за прочтение специальных писем фондового рынка ценных бумаг. Не без труда я получил доступ в этот закрытый форум, принял участие в системе. Теперь сервис доступен в России, и заработок может быть доступен любому человеку. То есть любой человек может зарабатывать по системе прямо сейчас. Для работы никаких дополнительных действий, настроек не нужно. Просто регистрируемся, как я вам показывал в сервисе. Открываем специальные письма. И получаем деньги. На данный момент в системе осталось 19 свободных мест. Советую не тянуть и присоединяться.
Джон Рокфеллер мечтал заработать 100 тысяч долларов и дожить до 100 лет, а заработал 318 миллиардов и умер в 97. Не все мечты сбываются. Присоединяйтесь к калькулятору Рокфеллера и зарабатывайте в день до 15 тысяч рублей. Всего доброго и высоких вам заработков. Возникли вопросы, вы можете задать их через сайт. В самом низу есть мои контактные данные.